Всем привет! Давайте с вами поговорим про систему счисления. Как переводить из одной системы счисления в другую, какие есть интересные свойства, да, связанные с системой счисления, и как дело реализовывать в питоне, то есть как напишет свой собственный алгоритм, да, который переводит из одной системы счисления в другую. И плюс рассмотрим, какие есть встроенные функции в питоне, которые нам уже помогают, да, осуществлять перевод в некоторые системы счисления или из любых систем счисления в десятичную, ну, как правило, из любых, да. Ну, окей, хорошо. Для начала, что такое система счисления в принципе? Система счисления – это у нас некоторое правило, которое позволяет нам описывать число какими-то цифрами, да, которые мы с вами определим. Мы с вами, как правило, считаем десятичную систему счисления, да, то есть у нас есть 10 цифр, и пускай у нас в числе может не использоваться 10 цифр, но мы подразумеваем, да, что используется 10 цифр, и исходя из этого там осуществляем арифметические операции. То есть у нас 10 цифр в нашей системе счисления присутствует. Как у нас еще все это дело несколько устроено работает? Пускай у нас есть некоторое число, там 581, например. И мы, смотря на число, сразу понимаем, ну или если чуть подумаем об этом, поймем, да, сколько у нас в этом числе есть сотен, десятков и единиц. От этого у нас идет следующая вещь. На самом деле мы не просто с вами работаем с системой счисления, мы работаем с вами позиционной системой счисления, где позиция цифр влияет на значение числа. Вот, то есть нас... Вот мы смотрим на число и видим, ага, вот здесь у нас находится пятерка, а значит это что? Значит, что у нас есть 5 сотен, да? Смотрим вот сюда, у нас есть восьмерка, что это значит? У нас есть 80 в этом числе. И смотрим вот сюда, что это значит? У нас, значит, есть всего одна единица в этом числе. Ну и все это дело формально можно писать в следующем виде, да, выразить как 5 умножить на сотню, плюс 8 умножить на 10, и плюс 1 умножить, ну ни на что не умножить, просто плюс 1, да? Ну потом можно, конечно, умножить на что-то и так далее. Вот, давайте быстренько сейчас еще кое-что заметим, да? На самом деле, вот все это дело у нас, это что такое? Это можно перезаписать, как действительно 5 умножить на 10 в квадрате, потому что сотни это у нас 10 в квадрате, плюс 8 умножить на просто 10, и плюс 1 умножить на 10 нулевой, а просто 10 это 10 в первой, да? Вот, и на самом деле, любое число, да, в десятичной записи можно представить в виде такой вот десятичной записи, где у нас каждая цифра будет умножаться на 10 в какой-то степени. Вот такая приписка 10 означает, что мы работаем с числом в десятичной записи. 10 на какой-то степень. Какая степень? А степень можно выразить таким образом. Мы можем написать степень, начиная с единиц, ставим 0 и далее уже просто влево двигаемся и ставим следующие цифры, которые могут быть 0, 1, 2 и так далее. Да? И как раз таки 10 в какой-то степени, которая здесь находится, мы будем умножать цифру, стоящую вот здесь. Ну, понятно, что вот это вот дело, если жить, мы получим число 581. Но на самом деле, эта вещь, на самом деле, похожа на перевод любого числа из любой системы счисления в десятичную. Но об этом чуть позже. Окей, это что касаемо просто позиционной системы счисления, что у нас есть позиции, да, куда ставятся цифры, от этого зависит значение числа, и вот как оно считается. Мы в информатике, да, в ЕГЭ по информатике работаем с позиционными системами счисления, да, то есть все системы счисления позиционные, неважно, какое у них основание, десятичная система счисления, или двоичная, или там 16-ричная, неважно. Ну и давайте сейчас просто я выпишу несколько чисел, чтобы посмотреть, как у нас формируется, как у нас, в принципе, работают системы счисления, да, как у нас осуществляется в них счет базовый. Пускай у нас есть им цифры, там 0, 1, 2, ну не цифры, числа, 4, 5, 6, 7, 8, там. 8, давайте 9, 10. Ну, давайте пока до десятки хватит. И я хочу все эти числа представить в двоичной записи, да, в двоичном виде. То есть это все числа в десятичной записи. Вот я хочу представить всех их в виде двоичной записи. Во-первых, да, ну, понятно, что какое-нибудь число, ну, он может иметь, и скорее всего, даже, наверное, в принципе, да, вот берем любое число в десятичной записи и приводим его в разные записи, да. Там, например, двоичную, 16-ричную, они имеют разный вид. Но в целом тогда, если мы переведем обратно в десятичную, мы должны получить одни и те же числа. То есть, естественно, у нас от того, что мы переводим в разные записи числа, в десятичную-то они остаются не и те же, да, если мы обратно переведем. То есть мы просто как бы меняем вид числа, просто как в другую систему. Ну, действительно, мы переводим в другую систему счисления. То есть мы просто изменяем вид числа, исходя из той системы счисления, в которую мы переводим. Ну, хорошо, касаемо двоичной записи. Что такое двоичная запись? Да, в принципе. Двоичная запись у нас содержит лишь две цифры, в отличие от десятичной, которые содержат цифры от 0 до 9 включительно. В двоичной содержится всего две, это 0 и 1. То есть можно заметить еще следующую вещь, да, то есть, скажем, в двоичной записи нет цифры 2.
десятичной записи нет цифры 10. То есть есть цифра 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Там в 16-тичной записи нет цифры 16. То есть основание 7 вычисления на единицу больше, чем сам последний цифра, который в этой 7 вычислении, в принципе, имеется. Хорошо, касаемо двоичной записи. У нее есть цифра 0 и 1. Ну и что же мы делаем? В целом же, да, наверное, такой довольно логичный факт. У нас каждая цифра имеет свой уникальный вид. То есть у нас нет две цифры 10. То есть нет такого, что у нас цифра 10 записывается еще как другая цифра. Потому что тогда мы не могли понимать, что это цифра 10. То есть каждая своя... Ой, ну, не цифра, имеется в виду, а число, да? То есть у нас каждое число записывается своим уникальным набором цифр. Потому что если был бы не уникальный набор цифр, мы бы тогда не могли бы точно сказать, какое число мы с вами вообще... сейчас используем. То есть у нас не может быть два числа, которые равны, ну, которые равны 10, и при этом десятками не являются. Да, у нас запись разная. То есть там, если мы возьмем число 10 и 12, это два разных числа, да, ну и так далее. Это я к чему? Это я к тому, как же мы сейчас будем осуществлять счет. При этом, когда у нас заканчиваются цифры в десятичной записи, да, ну, давайте я чуть ниже продолжу, наверное, да. Вот у меня есть число 10. Есть число, ну вот было число 9, все, цифры закончились. Цифры закончились, и потом я сделал что? Я добавил еще один разряд в виде одной единицы, и справа разряд меня освободился. И уже про разряд справа, да, который мы сейчас сегодня, я могу ставить спокойно цифры и дальше, да. Далее я дойду до числа 19, и потом мне опять разряд переполнится, я вместо девятки прибавлю 1 и получу 20, да. Вот таким образом, как у нас дело работает. Потом я дойду до числа 99, прибавлю единицу, получу новый разряд. В целом, да, разряд сотен. Вот с другим 7 числением это работает точно так же. Точно так же. Ну, давайте посмотрим, как это дело у нас работает. Давайте вот слева у меня числа в десятичной записи, а справа у меня числа будут сейчас в двоичной записи. Итак, вот у меня 0. Ну, 0 у меня он и 0 в двоичной. 1 у меня тоже 1 в двоичной. То есть у меня просто числа, естественно, также идут по нарастанию. Но число 2 в двоичной записи я уже не могу представить какой-либо одной цифрой. Почему? Потому что у меня всего две цифры 0 и 1. То есть я не могу 2 записать как 0, потому что 0 у меня уже есть. 2 не могу записать как 1, потому что 1 у меня уже есть. Значит, 2 я записываю как 1, 0. Да? 1, 0. Ну, иными словами, я осуществил перенос разряда. То есть, если в нашей десятичной записи, когда у меня число 9, я проявляю еще 1, у меня как раз переходит остаток там, ну, не остатка, а переношу разряд 1, 0 получается, да, то есть 10 число, там, если у меня число 99, получается 100, там, и число, не знаю, 499, переношу 1, получается число 500, то здесь... когда я получаю число равную, или даже не равное, наверное, а являющееся степенью основания 7 вычислений, с которой работаю, да, то есть в данном случае двойки, то я осуществляю перенос разряда. Можно это еще для себя так вспоминать. То есть, смотрите, вот у меня 0, 1, а тут у меня 2. Я понимаю, что 2 у меня здесь в принципе нет, поэтому я записываю 2 как просто 1, 0. То есть двойка для двоичной записи это 10, ну, десятка там, да, просто как 1, 0 записываем. Когда для нашей системы чтения, ну, 10 это уже есть, да, как бы новый разряд да, получаем, да, после девятки. Ну, хорошо, далее тройка получаем 1-1, то есть мы заполнили разряд, освободившийся справа. Все, теперь у нас идет четверка, и опять мы не можем сюда ничего поставить, но у нас закончились цифры, и мы опять делаем перенос разряда, то есть получаем 1-0-0 в двоичной записи. Вот, это что касаемо переноса разряда, то есть если мы получаем в целом, ну, для двоичной записи, да, давайте для двоичной записи разберемся. Вот у нас есть число, которое у нас является точной степенью двойки. Тогда вот здесь результатом будет являться 1 и какое-то количество нулей. То есть прямо как и у нас в десятичной записи. То есть если мы получаем там 9, прибавили 1, получили 10, да? То есть 10 в первой степени. Там 99 прибавили 1, получили 100, да? То есть новый разряд получили. Как раз таки это у нас степень десятки, да? Вот тут то же самое. То есть когда мы смотрим степень двойки, это на самом деле для... двоичная запись тоже какая-то степень десятки. Ну, то есть 1 и какое-то количество нулей. Далее 5, получаем 1, 0, 1, да? 6. 1, если мы пробиваем 6, мы получаем, делаем следующее. 1 плюс 1 это 0, да? И 1 разряд переносим влево. То есть 6 это 1, 1, 0. 7, 1, 1, 1. И когда мы прибавляем вот к этому числу еще 1, мы получаем следующее. 1 плюс 1 это 0, да? Но 1 переносим. 1 плюс 1 это 0, 1 переносим. 1 плюс 1 это 0 и 1 переносим. Получаем число 8, да? То есть число, состоящее из... одной единицы и трех нулей. Далее у нас 1, 0, 0, 1. И там, кажется, еще десятку выписал. Там у меня получается следующее, да, просто 10, 10. Ну, на этом можно и остановиться, да. То есть, таким образом, просто у меня осуществляется последовательно счет в двоичной записи. То есть, если я прибавляю 1, да, и у меня получается, то есть там 1 плюс 1, мне дает
ноль, по идее, да? То есть как будто бы, ну, если можно с точки зрения десятичной записи, получается у меня двойка, да? А если у меня получается двойка, тогда я переношу один влево, ну, еще одну единицу на следующий разряд, а в данном разряде получаю ноль, да? Вот. То есть можно вот так воспринимать, да, для себя. Или можно просто воспринимать, что 1 плюс 1 это 0, но на самом деле это еще 1 переносит, то есть это как бы 10. Ну, и действительно, да, то есть двойка в десятичной записи, это же у нас 1 плюс 1, да, и как раз вот тут 1, 0 получается. Ну, то есть просто у нас получается двойка, да, при сложении. Ну, если мы все будем еще считать десятичной записи для себя, то мы как раз делаем перенос. Хорошо, хорошо. Ну, это что касается двоичной записи. А есть же еще другие записи, да? Что если у нас количество цифр в нашей записи больше, чем 10? То есть, например, у нас таким свойством обладает 16-ричная система вычисления. Там у нас есть цифры 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Но вот 16-ричная система вычисления, это означает у нас что? Как я уже ранее говорил, цифры, значит, у нас там, ну, старшая цифра на единицу меньше, чем основание системы вычисления. То есть там есть цифра 15, значит, есть цифры 10, 11, 12, 13, 14 и 15. Но если мы запишем цифру 10, мы, наверное, немного запутаемся, да и даже немного, а сильно запутаемся, мы не будем понимать, действительно, это у нас цифра 10 или у нас просто две цифры 1, 0 стоящие рядом. Ну, чтобы этой проблемы избежать, такие цифры записывают как буквы латинского алфавита, то есть цифра 10 в 16-ричной системе вычисления записывается как цифра А. Цифра 11 как Б, цифра 12 как С, цифра 13 как Д, цифра 14 как Е и цифра 15 как F. То есть вот эти вот цифры в 16-ричной системе вычисления есть не что иное, как просто эти же, ну, значения 10, 11, 12, 13, 14 и 15 в десятичной системе вычисления. Вот. Ну и если вот сюда все дело записать, да, то естественно 0 у нас также в 16-ричной будет тоже, также здесь 0, здесь у нас также 1, здесь также 2 и так далее, и так далее. Здесь также будет 9 в 16-ричной системе вычисления. А вот десятка будет у нас равна числу, ну, числу А, ну или цифре А, да? Пока что. Можно же так еще говорить. Вот. А вот, например, к чему равно число, ну, число 15, понятно, будет чему равно, да? То есть число 15 это у нас десятичный, это у нас F 16-ричной. А число 16 чему равно? А вот тут происходит, опять-таки, да, у нас переход по разряду. То есть у нас цифры 16 здесь нет, а значит мы просто берем, делаем следующее, ставим единицу 0, 16-ричной системе вычисления. Число 17 равно 11 в 16-ричной, да, 18 12 в 16-ричной, ну и так далее, так далее, так далее, пошли дальше, да. Вот, то есть таким образом можно просто увеличивать на единицу и вот осуществлять подсчет в двоичной, 16-ричной, да, системе вычисления любой другой, примерно как это работает, я показал. Хорошо. Но в целом, главное, эта проблема, наверное, заключается в чем? Даже не проблема, ну, скорее, надобность использовать систему вычисления, это уметь переводить из одной системы вычисления в другую, чтобы уже потом осуществлять какой-то дальнейший подсчет, да, какие-то вычисления, вычисления делать вручную это или на питоне. В целом, не так важно, главное, чтобы понять алгоритм основной, да? Вот, про какие-то дополнительные арифметические операции, да, подробно мы рассмотрим это в следующем ролике, ну, либо можно посмотреть уже прошедшие вебчики Мане Бардана, да, где она это уже объясняла. Вот. Но, тем не менее, давайте сначала разберемся, как переводить из десятичной системы вычисления, да, из десятичной системы вычисления сначала, в любую другую. Любую другую систему вычисления. Ну, в поле, да, скорее всего, вы видели следующий алгоритм, когда у вас есть некоторое число. Например, давайте, чтобы не сильно много вычислять, например, число 14 из десятичной. И, например, вам нужно перевести это число в двоичную запись, чему же оно будет равно. Как в поле это дело делалось? Это делалось таким образом. Мы брали число 14 и делили нацело на основании системы вычисления, которое мы хотим перевести, да? Ну, что значит нацело? Мы берем наше число, ну, делится хорошо, а не делится, мы берем число какое-то поменьше, да, которое у нас поменьше, чем это число, но самое, как бы, большое, да, которое будет делиться на это число. Ну, в данном случае 14 делится на 2. Давайте не 14, тогда давайте, может быть, возьму какое-нибудь число 13 для начала, да. У нас есть число 13, я делю на 2. 13 на 2 не делится. Какое число делится? Самое старшее, близкое к этому числу, на 2, 12 делится, да? То есть минус 12. Остаток 1 получили, да? Что мы делаем? Мы делим число нацело на
на число 7 числения основания, которое мы хотим поделить, и получаем какой-то остаток, да? То есть остаток – это такая часть, убирая которую, мы можем поделить на 2. В данном случае мы убираем единицу, и мы получаем число 12, да? Ну и, кстати говоря, остатки могут равняться, ну, остатки в целом меньше, чем число, на которое мы делим, да? То есть, на самом деле, остатки при делении на 2, да, это тоже то же самое, что можно сказать, что цифры двоичной записи, да? То есть, остатки могут быть 0 и 1. Целка, да? Больше остаток, ну, быть не может. По определению остатка. Ну, хорошо. Делим 12 на 2. Получаем 6. 6 делим на 2. Спокойно, да? Минус 6, 0. Отлично. Получаем 3. 3 делим на 2. Не делится, да? Делится 2. То есть остаток 1. 2 на 2 делим, получаем 1. Ну, 1 на 2 можно, конечно, поделить. Продолжить, да? Но получится 0, потому что сколько... Единица есть двоек, 0, да, потому что единица меньше, чем двоек. Но остаток при делении 2 от единицы будет 1. Но можно, конечно, и поделить чисто формально, можно уже не делить. Ну и вот чисто по школьному алгоритму, да, мы получаем следующее, что число 13 системы числения равно числу 1, 1, 0, 1 в двоичной. Вот. Хорошо, ну потом перепроверим это действительно, ну так, но в целом, я уже могу сказать, что он действительно так, но тем не менее, потом перепроверим. Что касаемо того, как это работает, да, то есть почему это так работает. Давайте рассмотрим следующий пример, несколько отличающийся от этого. Пускай мы хотим найти, ну, сейчас другая вообще задача рассмотрим, но которая на самом деле похожа, и программировать которой тоже порой приходится при решении задачи, например, задачи 17 с ИГЭ, да, нахождение цифр числа. Пусть у нас есть какое-нибудь число, там 283, например, да, десятичная запись, и мы хотим найти его цифры. Ну, понятно, что когда мы просто смотрим на число, мы видим его цифры, казалось бы, в чем задача. Но если мы работаем с точки зрения, ну, в проге, да, мы хотим это дело сделать, и вот нам нужно найти все цифры, например, чтобы найти сумму цифр числа, то мы какой-то алгоритм должны выработать. И такой алгоритм есть. Он заключается в следующем. Мы берем и смотрим на остаток при делении этого числа на 10. Что нам это дело позволит найти? Это дело нам позволит найти последнюю цифру числа. То есть, как это дело работает? Вот у нас есть число 283. На 10 оно не делится. Это, думаю, понятно. Но какое число на 10 делится? Ну, в целом, которое у нас на 0 оканчивается, да? А в данном случае это число 280, да? И получается, что 280 на 10 делится спокойно, но мы убрали 3, то есть наш остаток, да? И вот без него мы делим. Получается, как раз таки, наше число 3 является остатком. При делении 10. Но. Также тройка является последней цифрой числа 283. И, как можно заметить, мы по факту что этой операции сделали? Мы взяли последнюю цифру числа. Да, на самом-то деле, когда мы сделали просто процент 10. Хорошо. Это вот мы сделали. А теперь предлагается сделать следующее. Чтобы, ну, вот мы нашли последнюю цифру, а как найти все остальные цифры? Для этого нужно просто взять и число 283 поделить на целых 10. Тогда мы получим как раз таки число 28. Действительно, как это работает? У нас есть число 283 на 10, но не делится. Не делится какое число на 10? 280. 280 поделить на 10, получаем число 28. И на самом деле, вот этой операции мы берем и просто удаляем последнюю цифру числа. Да? То есть мы находим последнюю цифру числа, а потом ее удаляем. А потом можем продолжать так делать вновь и вновь, да? То есть вот мы сделали первую итерацию такого цикла. Далее мы смотрим. Число 28, процент 10. Чему это число равно? Это число, ну, чему равно в значении этого выражения? Оно равно 8, да? То есть, по сути, последняя цифра числа. И далее 28 делить на целое на 10 даст нам просто цифру 2. Потом еще раз такое же проделываем. 2% 10 это 2% 10. Это у нас 2. А 2 делить на целом 10 это 0. Все, у нас остался 0. Делить дальше уже бессмысленно, и мы этого делать не будем. И как же мы получили-то наши цифры числа? А получили мы их следующим образом. Мы просто брали, и наше число на данном шаге цикла находили сроковое определение 10. То есть у нас есть цифра 3, цифра 8 и цифра 2. Если в обратном порядке развернуть эти цифры, да, то есть их записать или там сохранить в список, или сохранить в строчку, ну, как угодно, да, или, ну, неважно, что вы с ними будете делать, но если просто перезаписать,
то мы получим краски наше число 283 в обратном порядке, да? Вот. А что мы делали, на самом деле? Мы просто брали и смотрели остаток определенных действий данного числа, а потом на это слово уделили, удаляя эту же последнюю цифру, которую мы уже взяли, и так далее. Вот. Но по факту, если мы десятку сейчас заменим на любую другую, на любое другое число, то мы вместо нахождения цифр в десятичной системе числения будем находить цифры этого числа в той системе числения, на которой мы будем находить остаток определений и делить на цифры. То есть, на самом деле, я сейчас проделал ровно тот же самый алгоритм, что и проделал при переводе числа 13 в двоичную запись. Просто я вот это записал следующим образом и, возможно, несколько иначе вычислял, да, то есть сначала находил остаток, потом делил. Хотя в целом и в той записи делал точно так же, но, возможно, визуально это казалось иначе. То есть мы просто берем наше число и находим определение на систему вычисления основания, которое мы хотим перевести, и делим на цел на это основание системы вычисления, в котором мы хотим перевести наше число. Отлично. То есть вроде бы идея, думаю, прослеживается, да, некоторые. То есть если мы также будем брать процент, будем находить, процент, то есть остаток. Будем также находить последнюю цифру. Если мы делим на целое, мы также будем находить последнюю цифру. Ну и давайте вот то же самое сейчас проделаем с числом краски 13. Ну, прям вот в таком же виде. Ну, бы и нет, да? То есть я должен получить точно такой же результат по итогу. Вот, есть у меня 13. Процент 2, это у меня даст следующее. Это 1. То есть у меня остаток определения числа 13 на 2, это 1. 13 делю на целое на 2, я получаю 6. Да? Ну, действительно, 6. То есть у меня 12 делится на без остатка на 2, получим 6. 6 процент 3, да? Ой, не процент 3, 6 процент 2, это у меня 0, а 6 делить на целое на 2, это у меня 3. Далее у меня 3 процент 2, это 1. И давайте я тут запишу, 3 делить на целое на 2, это 1. Ну и для единицы уже можно то же самое, в принципе, там провести, что 1 делить, 1 процент 2, это 1, да? А 1 делить на целое на 2 это 0. Ну, давайте ладно, так что будет запишу. То есть 1 процент 2 это 1. И 1 делить на целое на 2 это 0. Я также себе просто беру и смотрю на все остатки, которые у меня были мною посчитаны. Здесь, здесь и вот здесь. Получаю число такое же, да, которое у меня получилось здесь. То есть именно 1, 1, 0, 1. Вот. То есть идея алгоритма, который можно реализовать на питоне, он следующий, да, пока у нас число больше нуля, мы находим остаток числа при делении на основании системы числения, и далее делим число, да, на число основания системы числения, которое мы хотим перевести. Вот, это про алгоритм, как перевести из десятичной системы числения в любую другую. То есть мы берем и делим на основание, куда мы хотим перевести. И находим остатки. Потом в обратном порядке их перезаписываем. Если мы хотим найти прям число, если мы хотим найти прям, ну, если мы хотим найти сумму цифр, мы немножко, ну, мы делаем то же самое, просто там сумму цифр запоминаем, а не, например, строчку, которая будет запоминать число, да? Хорошо. А теперь про то, давайте мы поговорим, как перевести наоборот, да? Обратно. Из любой в десятичную. Как мы это делаем? Пусть у нас есть непосредственно вот это число. Раскидывать 1, 1, 0, 1. Двоичный. Как помним, чуть-чуть раньше я написал, как можно, в принципе, число в десятичную. Представьте, в виде десятичной записи, да, где у нас есть какое-то количество там, тысяч, сотен, десятков единиц. Тут все делается ровно таким же образом, только я также пронумеровываю степени, да? Можно делать в уме, можно так сделать. И я беру каждую цифру, но умножаю не на 10 в какой-то степени, а умножаю на основание системы числения в какой-то степени. То есть в данном случае на 2 в третьей, плюс 1 умножить на 2 в квадрате, плюс, ну, можно писать 0 умножить на 2 в первой, и плюс, давайте, 1 умножить на 2 в нулевой. Вот, тем самым я получу непосредственно уже число в десятичной записи. Итак, почему же я умножаю на 2, 3, ну, там, на 2 в какой-то степени? А там умножал на 10 в степени. Потому что там мне были представлены числа в десятичной записи, здесь мне представлены числа в двоичной. То есть, в целом, да, каким образом у меня какие цифры здесь реализуются? То есть, 2 в какой-то степени, их разряд нахождения, да? Вот.
Ну, хорошо, да, то есть вот таким образом, сейчас если посчитать, здесь получается 8, 10, и здесь получается не 1, а, так, стоп. 8, 4, 12, и 13 получается, да, 13 в десятичной. То есть, чтобы из десятичной перевести в любую другую, я должен делить с остатком при, ну, на основании 7 числения. Чтобы перевести из любой 7 числения в десятичную, я должен, по сути, просто каждую цифру умножить на 2, ну не на 2, а на основании 7 числения, в котором у меня число находится, в какой-то степени, которая соответствует позиции данной цифры. Ну, а позицию вычисляется просто еще образом. Нумерация идет от самого первого разряда, ну, у нас записано как нулевой, до самого левого, да? Ну, вот, начиная слева, мы вот таким образом делаем все и подсчитываем. Окей, хорошо. И давайте теперь с вами поговорим про некоторые такие простенькие свойства, да, которые могут вам потом помочь, ну, я думаю, еще потом про них еще поговорим, да, в следующем ролике, дополнительно я напомню про них, но сейчас давайте тоже затронем, которые нам позволят быстрее или чуть быстрее, да, осуществлять счет при переводе из одной системы числения в другую. Итак, пусть у нас есть числа, которые являются точной степенью двойки. Например, это 2, давайте я другой цвет возьму, например, белый. Пускай у нас есть там двойка, четверка, восьмерка и 16. И, ну, это понятно, что у нас не что иное, как 2 в первой, 2 в квадрате, 2 в третьей, 2 в четвертой. Да? И вот я хочу эти числа из десятичной записи перевести в двоичную. Как это быстро можно сделать? Следующим образом, если у нас имеется число, которое является точной степенью, вот, давайте сейчас сюда запишу, то есть я хочу перевести в двоичную запись. Пускай у меня есть число, которое является точной степенью основания данной системы числения. Основание, да, как раз таки, это у нас какая система числения является, да, то есть в данном случае двоичная. Если, то есть у меня двойка, это степень двойки, четверка степень двойки, восьмерка степень двойки, 16 степень двойки. Тогда это число представимо в виде следующего, да, в виде единицы и какого-то количества нулей, степень двойки, какая же степень есть у этой двойки, да. Для двойки степень двойки это 1, то здесь получается на единице, для четверки степень 2, для тройки степень 3, для тройки, для восьмерки степень 3, то есть значит здесь будет 3 нуля, а для 16 степень 4, значит здесь будет 4 нуля. То есть таким вот образом можно легко, если вы знаете, что это, конечно, у вас степень, да, числа, быстро переводить в другую систему числения с какой-то степени, да. Вот, хорошо, то есть просто используя следующий факт. Это единица и какое-то количество нулей, которое идет после. Какое-то количество нулей, то степенью какого числа является вот данное число. То есть если двойка и здесь четверка, то четверка степень двойки какая? 2 в степени 2. Получается, вы кстати, единицу и 2 нуля. Да? То есть таким образом можно это дело использовать. Так, хорошо. Давайте с вами поговорим еще про одно свойство, да, ну, которое чуть-чуть тоже упрощает жизнь. Если у вас число на единицу меньше, чем как раз-таки точная степень основания системы числений, да, в которой вы работаете. То есть, скажем, вот вы хотите двоичную запись перевести, у вас есть какое-нибудь число, давайте следующее число, 3, 7 и 15, да, вот десятичный, и вы хотите перевести эти числа в двоичную запись. Как это можно дело сделать? На самом деле, эти числа равны, по сути, следующему. Эти числа будут стоять, ну, давайте конкретно про эти числа, они будут стоять целиком из единиц, и единиц будет ровно столько, степень которой, для следующего числа точно, да, содержит в себе... Ну, какая степень двойки является, да, для последнего числа, которое является точной степенью двойки. То есть для четверки у нас это 2 в квадрате. То есть 2 в второй степени, значит, для тройки число будет состоять целиком из просто двух единиц в дальнейшей записи. Для семерки, смотрим на восьмерку, 2 в степени 3, тогда получается у нас, давайте, наверное, нормально тройку, как-нибудь, ну, типа 3, да. То семерка будет содержать в себе 3 единицы ровно, да. А для числа 15, число 15 будет содержать ровно 4 единицы. То есть, это таким образом можно для себя дело запомнить. Ну и в целом довольно логично, да? То есть, если у нас число 2 в степени 4 содержит 5 единиц, то, естественно, и это у нас произошло появление нового разряда, то, естественно, число, стоящее до него, имеет разряд меньше, и при этом там, получается, стоят все самые старшие цифры, да, перед обновлением разряда. Вот.
Ну, соответственно, я сказал самые старшие цифры, чтобы сейчас и показать, как бы это бы работало для, естественно, чисел в другой системе числения. Например, для троичной, пускай у нас есть числа 0, 1, 2, 0, 1, 2, да? Теперь у нас есть числа 3 и 9. Это у нас, ну, понятно, 3 в первой, 3 в второй, да? То есть в троичной записи эти числа равны следующему. Для тройки это 1, 0, для девятки это 1, 0, 0, да? То есть, опять-таки, смотрим число. Если нам точная степень основания системы числения, которую мы хотим перевести, то мы можем сделать следующее. Просто девятку представить как 3 в квадрате. Значит, это число в вторичной записи равно 1 и 2 нуля. То есть, единица с тем количеством нулей после идущих, чему вот здесь у нас степень тройки будет равна. Хорошо. Ну, а чему же будут равны числа 2 и числа 8? Они будут равны следующему, да? Для двойки. Получается, на разряд меньше, и при этом содержатся числа, цифры с максимальным, максимальные, которые могут быть, в принципе, да, в данной системе числения. То есть двойка просто равна двойке, да, ну, в принципе, логично, да, в троичной. А восьмерка чему равна? Восьмерка равна следующему. То есть если у нас здесь пришел новый разряд, да, для девятки, то в восьмерке у нас находятся две цифры, да, то есть... 9 у нас 3 в степени 2, то есть здесь у нас просто находится, ну, мы знаем, что единица число меньше, значит, у нас здесь 2 цифры, но которые будут равны следующим, просто 2 и 2, да, в троичной. Ну, можно действительно перепроверить, да, то есть 2 умножить на 3, первое это 6, плюс 2 умножить на 3 в нулевое, то есть на 1, это у нас 2. 6 плюс 2, 8, да, то есть мы все перевели правильно. То есть таких два свойства небольших есть, да, которые можно использовать. Если у вас, например, небольшое число какое-нибудь, или у вас, ну, как правило, лично я это использую, когда нужно очень быстренько перевести в двоичную запись, и особо заморачиваться не хочется, и еще число удачное отвалилось. То есть, например, число 127. Ну, понятно, то есть, ну, во-первых, неплохо бы выучить степени двойки, да, то есть до 10 точно, а желательно до 12. Но в целом как можно быстро сделать, да, то есть 127 это у нас что такое? Это у нас единица меньше, чем 128, а 128 это у нас... тоже что такое? У нас 2 в 7, да? Вот, 2 в 7, получается, что число 127 просто из 7 единиц. Да, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот, только это двоичный, да? То есть таким образом можно, да, легко с этим работать, например, да? Ну, можно себе перепроверить, действительно ли так, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, да, 2 в 6, 64, ну да, да, то есть все действительно так. Вот, ну, число 128 уже просто 1, и получается 7 нулей после, то есть в числе 8 цифр всего будет находиться. Хорошо, это что касаемо таких вот простеньких свойств. Так, давайте с вами еще поговорим про быстрый перевод из десятичной системы числения в двоичную. Можно делать следующим образом, да, пускай у нас есть некоторое число, скажем, давайте какой-нибудь 60, нет, давайте не 60, давайте там 72, например. Вот, и мы хотим перевести его в двоичную запись. Как это можно сделать? Ну, по факту... идея-то похожа, там, ну, с обычным переводом, но если вы знаете точную степень двойки, то как будто бы это дело решается чуть-чуть быстрее. Мы должны понять, какая самая старшая степень двойки получается в число 72. Ну, самая старшая степень двойки это 64, да, это у нас 2 в 6. Значит, мы просто ставим единицу и 72 вычитаем наше число 64. 64 вычитаем, получаем 8, да. Вот, далее мы должны понять, да, восьмерка это у нас... помещается тогда степени двойки меньше, чем 64. 302 тогда не помещается, ну, потому что, естественно, восьмерка меньше, ставим 0. 16 не помещается, но зато помещается прекрасно восьмерка, да? Как раз таки ставим единицу, все, 8 минус 8 сделали, получили 0. Ну, а значит, на все на оставшиеся степени двойки мы также поставляем нули. То есть для степени четверки 0, для степени двойки 0 и для единицы 0. И это у нас двоичная запись числа 72. Ну, можете себе перепроверить, да, 0, 1, 2, 3... Как раз таки 2 в степени 3 это у нас 8, 4, 5, 6, 2 в степени 6 это у нас 64, да? 64 плюс 8 это даст нам число 72. Вот таким образом можно быстро переводить из десятичной в двоичную, да, просто зная степень двойки. И на место степени двойки ставить единицу, если эта степень двойки помещается в число, если помещается, тогда из числа вычитать степень двойки. Если не помещается, ставить 0. Вот так. Ну и теперь давайте с вами поговорим про то, как же... запрограммировать, да, алгоритм перевода из, получается, десятичной записи в любую другую, да, для нахождения цифр числа, да, ну, цифр или там суммы цифр, ну, и так далее, да. И какие же есть встроенные приятные функции в питоне, которые нам позволяют работать с системой исчисления. Ну, переходим в питон и давайте смотрим. Итак, поехали. Давайте сначала в
в частном случае, да, то есть, как правило, не обязательно писать сразу общую функцию, да, для того, чтобы перевести из десятичной системы числения в любую другую, потому что, как правило, в задачах и не требуется, да, перевода в несколько систем числения одновременно, но хотя такое тоже бывает. Итак, как же нам перевести из непосредственно десятичной системы числения в любую другую? Ну, давайте, например, в двоичную, да. Давайте, например, напишем систем числения двоичная. Ну, можно как-нибудь сделать по-другому, там, назвать функцию перевод или назвать функцию num, number, как-нибудь еще по-другому можно, да. Если это сумма цифр, то можно назвать sum of digits, ну, как угодно, да, можно назвать. Я вот так решил назвать. Переводим сюда наше число x некоторое, да. И все, на самом деле, довольно просто. Мы прописываем следующую вещь. Если x у нас, пока x больше, чем 0, мы что-то делаем. В зависимости от того, что мы, в принципе, хотим сделать. Хотим, если мы найти, скажем, как число само все выглядит, можно задать тогда срочку, да, например. И можно сделать следующее, да. Тогда к нам записывают как, например, x% 2 плюс нам, да. То есть можно вот так, например, делать. Только тогда нужно сделать из этого str. То есть если мы хотим получить конкретно непосредственно вид нашего числа, да, чему оно равно. А нам мы делим на цел на 2. То есть, если мы хотим вот двоичную запись получить, чему у нас правильный вид, да, делим на цел на 2. Только не нам мы делим, да, а x мы делим на цел на 2. То есть, само число изначально. А нам, это у нас строка, да, это у нас число будет представлять. Ну, и давайте вот здесь где-нибудь ретернем значение нам, да, чему у нас получилось. Давайте, например, print, сделаем следующее. Print, скажем, давайте 10. Ну, давайте 10, система числения 10, да? Двоичная, правильно, у нас перевел. Посмотрим. 10, 10, 10. Ну, вроде да, то есть 0, 1, 2, 3. То есть, ну да, то есть все нормально. Вот, можно сравнить с, ну, понятно, то есть любую другую систему числения, которая у нас меньше 10, мы меняем легко на 10%, меняем на другое число. То есть пятеричное, меняем двойку на пятерку. Меняем, хотим восьмеричную, двойку на восьмерку. Хотим там троичную, двойку на тройку. То есть все понятно. Хорошо. Что касаемо встроенных функций. Есть встроенные функции, которые позволяют уже сразу взять и перевести наше любое число. Давайте как-нибудь его назовем. Пускай будет x, как раз таки 10. И легко и просто мы можем взять и перевести число в двоичную, восьмеричную и шестнадцатеричную систему исчисления, используя встроенные функции, которые называются еще образом bin, перевод в двоичную запись hex. Нет, давайте opt. Это перевод в восьмеричную и hex. Перевод в 16-ричную систему исчисления, да. Ну, запускаем, да. И получаем вид нашего числа в двоичной, восьмеричной, 16-ричной системе исчисления. Но, помимо прочего, мы видим еще префикс, да, который означает, в какой же системе исчисления мы видим представление нашего числа. Как правило, да, в принципе, даже не как правило, в принципе, в задачах, когда мы будем их решать, этот префикс не нужен, его нужно избавляться. А как это делается? Мы просто берем срез, начиная со второго символа включительно и до конца. Вот таким вот образом, да, это можно дело сделать. Вот, смотрим, да, теперь все, ну, теперь мы просто видим представление числа в той или иной записи, да. Хорошо. Окей. Ну, единственное, что hex... А, зачем сюда 16 записал? Зачем? Я сюда записал 16, интересно. Я просто удивился, почему там 10. Там же должно быть... А, да, конечно, это все еще должно выглядеть. Наверное, просто говорю 16-ричный, 16 записал машинально. Хорошо, то есть вот можно перевести таким образом в двоичную, например, восьмеричную, 16-ричную систему числения встроенным образом в питоне, да. Можно как раз-таки заодно и сравнить, да, правильно, вот здесь мы все реализовали в нашей функции, да, которая нам позволяет непосредственно просто число получать. Окей. Допустим, нужно найти сумму цифр числа. Что мы тогда делаем? Просто создаем какой-нибудь или произведение цифр числа, ну что угодно, да, создаем отдельную переменную, и вместо того, чтобы использовать строку, да, мы просто берем к нашей переменной, там, прибавляем или умножаем на очередную цифру, которая выражается как x% что-то. Ну и также здесь делим нацел на основание системы числения, в котором мы число наше переводим при нахождении этой операции. Ну то есть в целом, думаю, тут все окей. Должно быть все без проблем. Но что делать, если нам нужно, например, все-таки в каком-то общем виде, да, переводить в любую систему числения, которую мы только бы не захотели. Ну или в любую систему числения, которая у нас будет больше, чем 10, ну, десятичная, да, то есть ну, да, касаемо десятичной системы числения, то есть если захочу, например, найти сумму, давайте я тоже отдельную функцию быстро реализую, sum of digits, x, да, и вот хочу найти сумму всех чисел, сумму всех цифр числа, да, я тогда делаю что просто? Я делаю то же самое, while x больше нуля, я к сумме
прибавляю x процент 10, а сам x я делю на целом 10. И в конце ретерню сам, да, тем самым я нахожу сумму всех цифр, числа. Окей, но все-таки что делать, если у меня число, система вычисления основания такое, я хочу десятичную перевести в какую-то, оно все-таки больше, чем 10. Для этого, да, мне просто надо сделать следующее. Следующее мне надо сделать. Пишу функцию также, def, ну, можно назвать перевод. Хотя, на самом деле, лучше не называть, наверное, функции вот так вот на русском, да, лучше как-нибудь назвать их иначе. Но я вот так сейчас назвал, пускай будет перевод. Можно просто взять и завести следующее. Завести некоторую строку, которая будет у меня отвечать за те цифры, которые могут быть от, получается, от 0 до, ну, 9 и плюс остальные буквы. То есть, скажем, если мне нужно перевести в 16-ричную систему числения, да, то мне достаточно сделать следующее. Просто достаточно выписать все цифры, а потом выписать A, B, C, D, E, F. Вот. И то есть эта строка, да, ее элементы будут вместе с индекс 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. То есть как раз будут вместе с индексы и буквы, соответствующие им. Ну и далее, например, вот мне x, и вот у меня есть некоторое основание. И хочу я найти также вид числа. То есть я хочу получить какой-то нам, чему он будет равно в той или иной системе числений. И вот я делаю следующее. Просто while, ну, в принципе, делал то же самое, что делал и ранее. While x больше нуля, я нам изменяю как str x процент основания. Но только я так, наверное, не смогу сделать, да, x процент основания. Нет, я так не смогу. Я делаю следующее. Не str использую, я использую... Ну да, нет, стоп, я str использую, только не как метод, а как строку. Ну давайте я это, может, назову как-нибудь типа алфавит, alp, пускай будет. Пускай будет alp. И я такой alp от индекса x процент основания. То есть я делал следующее. У меня, например, получилось основание, мне пускай 16. И вот у меня есть число x. X процент 16, например, у меня получилось 11. Ну, если напишу str 11, мне действительно просто будет записано как ну, строчка, и ну, получится просто символ 11. А меня это как бы не устраивает, да? То есть, ну, зачем мне просто проявлять символ 11? Мне опять-таки число склеится, ничего будет непонятно и так далее. Для 11 есть определенный символ, это b. Ну, так чтобы его использовать, просто обращаюсь к своему alp от индекса 11. И все получается нормально. Ну и делаю плюс также, плюс нам, да, вот сюда. Ну и непосредственно x я делаю, делю на целое на основание, которое у меня имеется. Основание. Вот. Ну и все, да. То есть вот таким образом, без проблем, я уже получаю вид любого числа в любой системе исчисления, да, от двоичной, да, до 16-ичной, например. То есть вот я могу сделать print, допустим, hex число 166. Ну, давайте я только вот так вот сделаю, да. И то же самое я сделаю благодаря функции перевод для числа 166 с основанием 16. Результат должен получиться один и тот же. Ой, а результат получился не один и тот же. Видимо, почему? Сейчас надо посообразить. Так, нам плюс нам. Так. А, потому что я вернул ALP, конечно же. Ну, естественно, надо вернуть нам, а не ALP. У меня просто все символы-то и вернулись. Да, у меня получилось одно и то же, но единственное, что в питоне у меня маленькие, ну, маленькой буквы А выделены. Здесь у меня большая, но в целом ни на что не должно влиять. Вот, для нас тоже в целом-то точно. Ну, а единственное, что теперь можно сделать еще следующее, да, можно сделать не только до 16-ричной системы, да, а в целом можно сделать, используя все буквы алфавита, да, там получается у нас 26 букв, ну, до 36-ричной системы числения включительно, да, просто выписав сюда после девятки весь алфавит сортированный по порядку. Ну, например, как можно было бы сделать? Ну, можно это, например, вот так вот сделать, да, там выписать все буквы с клавиатуры, например, да. Ну, естественно, там есть встроенный метод, например. Но если так вот, чтобы не вспоминать лишний метод, можно просто вот так вот сделать. Можно все дело отсортировать, да, сделать sorted быстренько, да. К sorted сделать точка .join. Точка .join. И получить... Так.
Сейчас, нет. А к пустой строке сделать точку join и получить как бы просто строку, которая будет содержать в себе отсортированный LP. Да. Вас получили. Ну и теперь вот дело можно просто взять, скопировать и вставить непосредственно вот сюда после девятки. Да. Ну, естественно, опять-таки, да, есть встроенный метод, который позволяет, в принципе, сразу получить все буквы алфавита. Но если, ну, чтобы не запоминать, например, да, отдельно, то есть можно пользоваться вот такой вот встроенную возможность, да, несколько функций, да, и, вернее, одну функцию и метод, да. Можно так это дело сделать. Ну и все, да, теперь можно вообще переводить в любую систему числа. Например, хочу я вот в 30 лично перевести свое число 166. Бас, оно равно какому-то числу 5G. Ну, хорошо, ладно. Забавно, кстати. Допустим, у меня есть число 30, да? Оно должно равняться сейчас 10, да? Все нормально. Число 29 должно сейчас равняться какой-то букве, вероятно, да? Букве Т так получилось. Ну, если хочу, например, 36-личное, да? Хочу число 36 перевести. У меня число 10, да? 35, да? То есть все нормально, по идее. 36, 36, да, действительно. Буква Z, да, все правильно. То есть, действительно, теперь у меня есть функция, которая позволяет мне переводить в любую систему числения вплоть до 36-личных. Хорошо. Это что касаемо перевода из, соответственно, десятичной в любую другую. Как переводить из, наоборот, любой другой в системе числения в десятичную. Ну, в этом нам поможет с вами функция int. Потому что на самом деле у функции int есть второй параметр, который отвечает за то, откуда мы переводим из какой системы числения, мы переводим наше число. То есть, скажем, если я сейчас напишу там int 10, то у меня просто сейчас выйдет 10. Он просто из строки int сделал число 10, с которым можно уже арифметические операции проводить и все такое. Но число же может быть записано, исходя из какой-то другой системы числения. Например, 10.11 может быть записано в двоичной записи. Ну, чтобы обозначить инту, что это число в двоичной записи, и чтобы перевести его в десятичную, я просто через запятую пишу 2, и все. И вот таким образом получается число 11, да? Вот, ну, это же дело работает, по-моему, также вплоть до 36-личной системы числения. По-моему, уже дальше оно тоже уже не работает. Единственное, что, да, некоторая проблема. Да, то есть основание должно быть больше 2, больше равно 2, либо меньше равно 36, либо 0. 0, видимо, отражает, что это просто не строка, и мне просто нужно получить то же самое число. Да, ну, либо, в принципе, не указывать. Хорошо. Что делать? Да, ну, то есть int в целом используется в большинстве случаев, и быстренько, ну, вообще, да, то есть задача это в целом, как устроена по системе числения. Правило зачастую используется двоичное системное числение, 8-личное, 16-личное, но реже используются другие. И легко можно просто использовать функции bin, oct, hex. Ну, как правило, это все-таки bin и hex. И потом их, например, нужно перевести обратно в десятичное системное числение. Там используем функцию int, и вообще, ну, не паримся, да? Но если вдруг вы встретите какую-то непонятную задачу, где, например, системное числение какая-то больше, чем 36-личная, там какая-нибудь 101, например, то для этого можно просто тоже написать свою функцию, которая будет осуществлять непосредственно перевод. То есть, как мы все назвать? Def. Ну, если это можно назвать как перевод, типа, десятичная другая, да, как, пускай так, то можно сделать, наоборот, функцию, да, другую, которая будет называться там перевод из другой системы числения в десятичную. Куда мы также передаем число x и передаем основание, да, куда мы что хотим перевести. Ну, вернее, из какой системы числения мы хотим перевести. Так, это давайте я уберу, как лишнее. И вот пускай у меня есть что у меня есть. Давайте пока return сделаю, чтобы он мне не злился. Давайте пока. Ну, сделал. Так. Что я хочу сделать? Давайте из x сделаем строку. X равно strx. Ну, можно так сделать, да? И далее нам просто нужно делать следующее. Нам нужно x умножать на основание в какой-то степени. Какая степень у нас есть? То есть, если у нас, например, число там 10-11, я хочу из двоичной записи перевести в десятичную, да? Ну, куда там, получается, хочу в десятичную перевести, да? Я делаю что? Я 1 умножаю на 2 в третьей, 0 на 2 в второй, 1 на 2 в первой и 1 на 2 в нулевой. 2 в третьей, это есть не что иное, как длина... Ну, количество всех цифр в моем числе минус 1. Ну и так далее, можно дальше сделать. Ну, то есть, иными словами, можно сделать следующее. Можно сделать некоторую перевязанность, например, степень. И она будет равна, например, основанию минус 1. Нет, стоп, не основание минус 1. А будет равна, например, ln x минус 1 сначала. Ну и можно делать просто следующее. Циклом пройтись for i in range ln x.
И все дело вычисляется следующим образом. Например, давайте я сделаю какую-нибудь также отдельно строку нам, например, да, чтобы получить вид строки, например, да, чему меру на число. Я делаю следующее. К нам я прибавляю величину такую. X и t, да, из него я делаю int. То есть x и t это какой-то символ, да. То есть сначала это вот этот символ, потом это вот этот символ и так далее. Это у меня строка сейчас. Я делаю из символа, да, делаю непосредственно цифру. И цифру я умножаю на, возвожу в степень. Наверное, не в степени, возвожу, я умножаю на основание в степени. Ну, в степени степень, да, которая у меня есть какая-то. Давайте, наверное, пробел оставлю, чтобы было виднее. Я так думаю. Ну, и можно вот так вот взять скобки, чтобы понятно было, что происходит. Чисто визуально. Вот. А далее просто степень я уменьшаю на 1. Ну и все. Да. То есть, как будто бы это так должно работать. И в конце я возвращаю непосредственно нам. Ну, единственное, что нам, это у меня также строка, а значит, я, наверное, должен бы делать что? А, нет, так нам, у меня же это не должна быть строка, это просто у меня число. Я возвращаю нам в конце. Ну и давайте также потестируем, да, то есть можно, например, сделать следующее. Пусть у меня есть какое-нибудь число x, и это у меня хекс, там, для какого-нибудь такого числа, которое у меня, вот так вот я его посчитал, да? Вот. Далее я хочу просто сделать следующее. Я хочу проверить, действительно ли у меня int перейдет x из 16 личной системы исчисления, так же, как и мое перевод из другой системы исчисления, любой, в десятичную. Таким же образом, то есть 16, x в t 16. Ну и смотрим, да, почему у нас дело равно. Ой-ой-ой. Int with base a, да? Так. А, да. Все-таки тут следующая идея, да? По факту-то, конечно, мы также должны использовать буквы там, 36, ну, использовать буквы алфавита, да, чтобы получать до 36-ричной, да, системы исчисления. Это все понятно. То есть, скажем, если я сейчас перейду в двоичную запись, да, то все нормально, да, работает. Вот, у меня действительно значения равны. Но если сейчас использую хекс, у меня получаются как раз-таки буквы, не просто цифры, да, и у меня, естественно, Python говорит, что а, это не цифра. Это все понятно. И как можно было бы решить эту проблему? Ну, например, дополнительно, возможно, учитывая основание системы исчисления, да, которое здесь есть, но тогда возникает вопрос, а смысл вообще в целом, да, в реализации такой функции отдельно. Но имеет смысл, он заключается в следующем. Пусть у вас есть некоторая задача, то есть я видел такие задачи авторские, где у вас нужно найти какое-то наименьшее основание системы исчисления, и оно может быть вообще, то есть, ну, больше, чем 36-ричное, и все, да, что с ним делать. Но вы просто помните, да, что у вас цифра может быть, иметь какое-то значение, например, 900, там, 372, там, ну, 1025. Но просто вместо того, чтобы передавать это дело как какой-то символ, вы же можете действительно передавать как просто набор цифр из десятичной системы исчисления, просто помним, да, что вам нужно будет вот так вот все дело умножить. То есть, естественно, да, можно дополнительное дело реализовывать для подобных задач, да? Ну и опять-таки, да, если хочется, чтобы у вас все дело работало адекватно без инта, например, да, можно как функции перевод из десятичной в любую другую использовать дополнительный алфавит, да? И вот здесь как раз-таки использовать не int x и t, да, например, а использовать значение, так, значение чего использовать? Ну, например, индекс, да, то есть alp.index от значения x и t, то есть у вас буквы там по порядку расставлены, да, и как раз-таки их индекс, то есть числовое значение, какой буквы он обозначает, да, но вплоть до, получается, 36-ричного, да, основания, то есть если основание больше, то уже тоже работать так не будет, если использовать такую конструкцию. Но если вам нужно основание больше, то просто не используя ALP, ну и, допустим, подобрать цифру, то вы можете просто перебор по числам делать и само число передавать, и там уже это дело переподсчитывать, как-то вручную переделать, да, но это просто функция в общем виде, да, то есть если в частном виде, да, например, у вас есть какое-нибудь число вида, ну, например, да, сейчас придумаем там 1, 3, x и, допустим, 5, и x может быть цифрой системы, пускай у вас число записано в системе исчисления основания p, и вам нужно там какое-нибудь уравнение решить так, чтобы у вас, оно решалось, там наименьшая система исчисления основания вот здесь было p,
и x вы перебираете, по сути, вот все возможные там цифры 7 счисления основания p. Но для данной вот вариации можно просто вручную расписать, да, что это 1 умножить на p в степени 0, 1, 2, 3, да, то есть получается 0, 1, 2, так, 0, 1. Да, то есть 1 умножить на p в кубе плюс 3 умножить на p в квадрате плюс x умножить на p и плюс 5, да. То есть это можно вручную переписать, и это будет работать с любой системой счисления, да. То есть им там не будут помогать, но будет, но можно вручную это делать, переписать, просто зная же, как это делать. А вот данный алгоритм, да, позволяет в общем виде до 36-ричной системы счисления переводить в целом, да. Ну, или идея вот эта вот позволяет реализовывать это, реализовывать перевод вообще для любой системы счисления. Просто нужно учитывать, да, условия задачи дополнительно. То есть если там какая-нибудь большая система счисления, да, то, видимо, нужно отталкиваться от самой задачи, что же там не происходит. Ну и давайте тогда перепроверим теперь, что добавил вид, что все должно так же работать. Так, ему опять что-то не нравится. Substring not found. Так. Что? А, ну потому что тут маленькие буквы, да? Тут маленькие буквы. Ну, в целом, это можно решить следующим образом, да? Как-нибудь, например, увеличив все буквы, да? Так. Upper сделать, да? Вот так, например. Тогда будет, по идее, работать. Да, то есть у меня что перевод встроенный, что перевод мною написанный, также работает. Ну, хорошо, да, то есть вот так можно делать, просто напоминаю, да, перевести в любую систему счисления из десятичной легко можно, вот написав один алгоритм, да, ну, частный, да. Если вам нужно найти, например, сумму цифр числа в десятичной системе счисления, это можно делать следующим образом, да. То есть, по сути, вот эти два алгоритма между собой, ну, они отличаются минимально, да, их реализацией. Если хотите, или вам требуется, или вам кажется, что будет удобнее реализовать перевод из десятичной системы счисления в любую другую, вплоть до 36-ричной, то просто задаете дополнительную строчку, либо назовете алгоритм, либо как угодно, как вам будет удобно, и переносите сюда все цифры от 0 до 10, естественно, в порядке возрастания, и потом алгоритм, да, также в порядке, ну, в алгоритм порядке, да. И далее уже просто используете алгоритм и составляете строчку, да, которая будет являться новым числом. И дополнительно, да, если вам нужно зачем-то, да, или вы хотите потренироваться, осуществить перевод из любой другой системы счисления в десятичную, но основание, что было до меньше, чем 36-ричное, ну, включительно, то вот можно сделать следующим образом. Либо, если вам нужно, чтобы основание было больше, это можно сделать точно таким же образом, просто используя точно такой же цикл, например, но просто учитывая дополнительно, что какие-нибудь условия, да, то есть если у вас уже дано вид числа, то можно и без цикла просто расписать вручную, если у вас там, ну, как-нибудь есть несколько цифр разных, да, и вам нужно тоже их перебирать, можно перебрать дополнительно, уже вот так вот прописать, но просто где-то помнив, да, что на каком-то шаге цикла for, вы используете свою цифру, которую вы передаете, которую может и не задать просто алфавитом, да, просто не задаться, но вы знаете, что, например, эта цифра у вас записана как 993, и вы пишете 993, умножить также вот на основание степень. Остальные у вас будут там перемножаться, как у вас есть. Ух, ну, в целом, да, думаю, на этом все. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите обязательно их в комментарии, либо в группе ВК, либо в Телеграме нашем, да. Все, работайте вместе с нами, оставайтесь с нами. Всего доброго, удачи, спасибо, что смотрели ролик до конца. Пока-пока, до новых встреч.